Друзья мои, всем привет! Игра State of Survival была выбрана лучшей стратегической игрой 2021 года в Huawei App Gallery. Разработчики благодарят каждого из вас за поддержку и за то, что помогаете State of Survival расти и становиться лучше. В новом году наша команда будет продолжать усердно работать, чтобы предоставить вам лучший игровой опыт. Поэтому сегодня мы поговорим о магазине приложений Huawei App Gallery для игроков State of Survival. Это видео будет полезно для тех, кто уже использует любой Android или устройство Huawei, на которое можно установить игру, либо для тех, кто хочет использовать одновременно аккаунт Huawei, дублируя его на Android-устройство. Сначала расскажу вам о плюсах этой системы, а затем как можно осуществить переход на App Gallery. Какие же преимущества открывает для вас использование площадки Huawei? Во-первых, для всех пользователей Huawei постоянно действуют различные скидки и акции. Например, можно получить купоны на скидки и бонусы разного типа, участие в регулярных розыгрышах и многое другое. Во-вторых, для тех игроков, кто играет в State of Survival с вложениями, доступны выгодные внутриигровые покупки, которые дешевле, чем через другие системы. С учетом того, что в Huawei App Gallery действует система кэшбэка, то пользователи в еще большем плюсе. То есть каждая покупка будет приносить вам возврат определенной суммы потраченных средств за определенный период. Кроме этого, есть система кристаллов. Это внутриигровая валюта в State of Survival для совершения покупок только в приложении, установленном через App Gallery. С ее помощью можно пополнять игровой счет и тратить кристаллы на внутриигровые пакеты, когда удобно. А закупать можно их разом, выгодные для покупки дни с кэшбэками. К примеру, в игре началось новое крутое событие или ограниченное по времени предложение, но у вас нет возможности приобрести их прямо сейчас, потому что вы ждете зарплату, например. С системой кристаллов можно отслеживать выгодные дни для пополнения внутриигрового счета, закупить кристаллы с кэшбэком и использовать в будущем, когда они потребуются. Помимо этого, я много раз видел специальные коды для пользователей Huawei App Gallery. Наслышан о черных пятницах с распродажами и прочих плюшках. Итак, теперь поговорим о процессе перехода на Huawei App Gallery. Для начала рассмотрим ситуацию, если вы приобрели устройство Huawei и только-только планируете начинать игру. Вам необходимо скачать игру на ваше устройство через Huawei App Gallery. Ссылку можно найти в описании ролика. Затем обязательно нужно осуществить вход в аккаунт и привязать свой игровой аккаунт к вашему аккаунту в магазине Huawei App Gallery. После успешной привязки можно начинать игру. Для переноса уже существующего игрового аккаунта с Android на Huawei, например, в связи с покупкой нового телефона Huawei, необходимо выполнить следующие действия. Шаг 1. Войти в существующую учетную запись App Gallery. Шаг 2. Установить и запустить игру State of Survival с площадки App Gallery. Далее пройти обучение в новом поселении и нажать на иконку шефа в левом верхнем углу экрана. Перейти в настройки, а затем выбрать в меню раздел «Помощь и поддержка». В открывшемся окне также выбираем «Помощь и поддержка». Далее вы перейдете в чат, где сможете задать вопрос поддержки игры. Будут предложены варианты вопросов, которые могут быть решены в автоматическом порядке, но вам нужно нажать кнопку «Другое» и связаться с реальным сотрудником технической поддержки. Затем необходимо заявить о своем желании перенести аккаунт. Например, пишем следующее. «Здравствуйте, я хочу перенести свой аккаунт на площадку App Gallery в связи с покупкой нового устройства Huawei, на котором не работают сервисы Google Play». После ответа специалиста укажите данные поселения, которые вы хотите перенести, это штат и имя шефа. Регулярно проверяйте ответы поддержки и отвечайте на их вопросы, а также следуйте всем инструкциям. В случае положительного ответа на игровую почту в раздел «Система» вашего поселения, которое хотите перенести, придет письмо с информацией о переносе. Следуйте всем инструкциям, описанным в нем, и нажимаем «Шаг 2». После переноса поселения не забываем привязать свои учетные записи. Для вашего удобства мы прикрепили пример вопросов поддержки. Вы можете подготовить ответы заранее для того, чтобы вам было удобно и ваш вопрос решился оперативнее. Чем больше ответов у вас будет, тем выше шанс, что аккаунт будет перенесен. Инструкция будет размещена в формате ссылки в описании ролика, на нашем сервере Discord и на нашем сайте.
Что же делать, если, например, вы уже создали аккаунт WebGallery, у вас всего лишь одно устройство Huawei, но вы хотите играть и на других устройствах с системой Android? Для того, чтобы на устройстве Android зайти в игру с аккаунтом по привязке Huawei, необходимо выполнить следующее. Сначала установите на ваш Android приложение Huawei App Gallery. Затем установите специальное ядро HMS, которое отвечает за учетную запись Huawei и помогает работе приложений с площадки. После того, как вы скачали HMS, вам необходимо выполнить вход в вашу учетную запись Huawei. Затем открываем App Gallery и скачиваем игру. После загрузки выполняем вход в ваш аккаунт. Теперь вы можете играть на двух устройствах. Стоит также отметить минусы площадки App Gallery, которых не так уж и много. Первое, вы можете столкнуться с тем, что обновление для игры может выйти с задержкой. Но это нормальная ситуация, и многие маркеты сталкиваются с подобным. Это связано с проверкой обновления конкретного приложения. Подарочные коды, которые подходят для устройств Android и iPhone, могут не сработать на вашем устройстве. Но вместо этого вы можете получить другие коды специально для пользователей App Gallery. С нашей стороны мы готовы постараться помочь пользователям, которые хотят перейти на площадку App Gallery и ответить на ваши вопросы. Для этого на нашем сервере в Discord мы создали отдельный канал Huawei App Gallery. Там вы сможете найти ответы на часто задаваемые вопросы, инструкцию по переносу аккаунта, а также другую важную информацию в закрепленных сообщениях. Ну что ж, друзья, вот таким получился наш краткий гайд для будущих пользователей App Gallery. Если вы уже являетесь пользователем данной системы, то поделитесь в комментариях вашим впечатлением и какие плюсы вы для себя нашли. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые гайды по игре State of Survival. Ставьте лайки и пишите комментарии. Берегите себя. Всем пока!